Где, в каком режиме и как долго будут работать сезонные сельхозярмарки Самары? Будем работать по пятницам, субботам, воскресенье в таком режиме. И до первых холодов, которые у нас не позволят условно продавать там продукцию. То есть у нас, если помидоры начинают уже твердеть, ну все. Кто и как может стать участником ярмарки, представив свой товар? Это процесс живой, вот, никогда не поздно, всегда можно обратиться к оператору, и если не сегодня, но завтра, там условно все равно участие принять. Могут ли горожане рассчитывать на высокое качество продукции, реализуемой на ярмарках Самары? На наших ярмарках дежурит станция мобильная ветеринарной службы, которая проводит проверку всей продукции, которая у нас на ярмарке продается. На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела организации контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Александр Чуфистов. Смотрите программу «Город С» 30 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».